la 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 А ты знаешь, кому сегодня день рождения? Не знаю. Посмотрим, всем характерам есть день рождения. У кого сегодня день рождения? Или... Самурай Джек. Или Чубакка. Чубакка. Или Леонардо Ди Каприо. Или... Или Супермен. Или мистер Пибоди. У кого-то из них сегодня день рождения. Как мы узнаем? По книжкам пройдет. И других характеры будут по книжкам. Найдем подсказки и поймем, у кого сегодня день рождения. И кто получит бесплатный торт. Пошли! Супермен! Так, ну, молния. У кого сегодня день рождения? У Японии. Японец это? Самурай Джек. Самурай Джек! Италия. Италия это у нас? Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо. И Великобритания. А Великобритания у нас. Великобритания у нас. Мистер Пибоди. Ну так у кого? Тоже не знает. Ладно, пойдем дальше. Так. Так, значит, спросим у кого-нибудь тут. Мистер Пибоди. Значит. Буква П. Пукстенис, пуце, пьеци. Пукстенис рада пьеци. Ну, это не похоже на день рождения. Самурай Джек. С. С. Сиеназис, сауле. Саулес путе. Саулитая силда сиеназис. Нет, это не про Супермена, а про Джека. Джей. Яхта. О. Юста. Яка. Кур пелд яхта. Какая яхта? Неа. Ну, остался у нас. Л. О. Лапса. Лиетус саргс. Лиетус. Лапса мукнуа лиетус. Вообще не похоже на лапсу. Ну, а последний чи. 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 Вот. Чи. Чи. Чиба. Чиякури. Чемоданс. Четыре. Цик. Чиякуру из чемодана. Какие чиякуры? Не, они помогли нам. Девочка, девочка, помоги, пожалуйста. Кому сегодня день рождения? У кого есть лапы? У мистера? Пибоди. Ага, значит, мистер Пибоди получает второй балл. Ну, а Нолик, что ты скажешь? Некогда с тобой играть. Ну, Нолик. У кого? У кого день рождения секрет, да? И ты нам не расскажешь? Да. Ну ты жулик, ладно, пошли дальше. Так, ну, у кого спросим? Чебурашки. Игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет. Веселья, чебурашки, не каждая дворняшка. Ага. Чебурашка похожа на кого? Чебурашка. Чубакка. Чубакка. Значит, Чубакка получает первый балл. Ну, может, еще кого-нибудь найдем тут? Кто ходит в гости?
Кто тут ходит из них в гости? Самурай Джек. Самурай Джек второй балл получает. Так, ну и третью. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Кто бродит по свету? Леонардо Ди Каприо. Нет, это Супермен и... Самурай Джек. Во! Супермен один балл, Самурай Джек третий балл. Третий балл у Самурая Джека уже. Так. Так, что это у нас такое? Противоположности. Противоположности. Ну, есть тут кто-нибудь? Есть тут кто-нибудь? Да, попроси маленького цветочка. Никто тут не отвечает. Вау, какой цветочек! Я хочу поздравить Леонардо Ди Каприо. Я сорву цветочек. Кто развел цветочек? Ой. Убежаем отсюда. Этот монстр похож на кого? Чубакка. Значит, Чубакка получает... Второй балл, правильно. Так, идем дальше. Так. У кого колокольчики? Ни у кого. Кто зимой уходит? Никто. Кто плавает по волнам? Это Леонардо Ди Каприо. В фильме? Титаник. Да. Леонардо Ди Каприо получит один балл. Так, ну еще что-нибудь. Ты уже получил балл один за воду. О, кто ездит на булдозере? Никто. Кто попал под гром и молнию? Самурай Джек. Итак, он получает? Четвертый балл. Ну что, пошли дальше. Эх, веселуха. У кого была девушка? У Леонардо Ди Каприо. В фильме? Титаник. Да. Леонардо Ди Каприо, второй балл. Дальше. Да, мы уже это слышали. Идем дальше. Где Фунтик? Где мой поросеночек? Кто похож на поросеночка? Мистер Пибоди. Что? Я собака! Нету тут Фунтика. Кто из них король? Никто, по-моему. Кто из них танцует? Никто, по-моему. У кого красный нос? У Пибоди. У меня вообще-то фиолетовый. Но я не откажусь от одного балла. Так, пошли дальше. Так. Юху! Посмотрим тут, что тут у нас. Что? Это что такое? Глич. Глич. Да, эта книжка нам ничего не расскажет. О, у кого такой голос может быть? У Чубаки. У Чубаки. Итак, Чубака получает 4-й балл. 4 балла у Чубаки. И у Самурая Джека. Да, пока Чубакка, Самурай Джек лидируют. Так, ну, кого еще спросим? Кто из них кот? Мистер Пибоди. Я собака! Так, кто стучится в двери? Это Самурай Джек.
Самурай Джек получает... 5-й балл. 5-й балл! И выходит вперед! Ну, еще раз. Так, музыка. Кто играет музыку? Никто вроде. Так. Пойдем дальше. Ух ты! Так. Японская музыка. Кто у нас из Японии? Самурай Джек. Ха-ха, он получает 6-й балл. Мастер Шифу помог банде стать настоящим воином кунг-фу. Вау, самурай Джек. Тигрица, богомол, журавль, гадюка и обезьяна защищают долину мира. Я тоже похож на обезьяну. А нет, это про самурая Джека книжка. А про меня? Да, у меня 6-й балл, поняли? Так. У меня 2 балла. Ну, так сиди пока. Может быть, бесплатный торт тебе достанется. Еще много книжек. Следующий. Степа. У кого был супермобиль? Суперменом. Да, у Супермена был супермобиль. Супермен, 2 балла. Да. Ну, посмотрим, что скажут барбоскины. Мечты. Кто тут у нас мечтатель самый большой? Ди Каприо. Да, я мечтатель. Я получаю 3-й балл. Круто. Идем дальше. Так, что... Какой он? Он нет, вот. Пожалуйста. Супермен получает. Каждый день, приходя на работу... Балл, а не Ди Каприо. ...специальный костюм Супермена и лечу бороться... Нет. Мечтать. Стань Суперменом, пожалуйста. Папа ведь Супермен. Видишь, Супермен, Супермен. Барбоскины говорят Супермен. Так что я получаю 3-й балл. И Каприо тоже 3-й балл получает, да? Идем дальше. А кого мы тут спросим? Армимена. Кто из них воин? Кто из них воин? Да. Самурай Джек. Савана. Кто из них воин? Ливи. Чубакка. Да, он воин. Звездный воин. Значит, он получает 5-й балл. Звездный воин Чубакка. 5 баллов, самурай Джек 6 баллов. Ну, скоро мы узнаем, кто же получит этот торт. Так, да пошли. Спросим у Шейки. При чем тут утки? Это вообще-то называется книга как? Насекомые. Книга как называется? Серая Шейка. Это кто? Мультик. Это кто Серая Шейка? Чубакка. Собака! Значит, я получаю балл, ясно? Да. Вот так. Идем дальше, дальше. Что у нас тут? Очень холодные зимние месяцы. И морозные. И сплетни. Какой есть сплетни? Ирба, ирчестра, ирба. Тенье чисто утром. Летние месяцы. Солнце, жара, время цветов, сочных фруктов. Так, у кого тут в мультике менялась погода все время? Самурай Джек. Да, то он в дождь ходил, то он в снег ходил, то он в солнце, в пустынях ходил, всюду ходил. Искал кого он? Аку. Аку. Джек, да, получай 7-й балл. Ес, круто. Так, идем дальше. Так. Спать пора, уснул бычок, лег в коробку на бочок. Сонный мишка лег
Я похож на Мишку. Я звездный Мишка. И я получаю 7-й балл. 7 баллов у Чубаки, 7 баллов у самурая Джека. Итак, последняя книжка осталась. Борьба не на шутку. Испания. Кто из них испанец? Никто. Голландия. Никто. Италия. Итальянец? Я! Я получаю балл! Четвертый балл. Я! Да. Кто из них? Французские. Французы есть тут? Нету тут французов. Кто из Голландии? Нету голландцев. Кто из Великобритании? Я! Пелбоди! Воу-воу! Я получаю четвертый балл. Кто из России? По-моему, никто. Я из России! Я тоже из России. Я тоже из России! Вы не в счет, вы торт не получите. Вы не тут в счет. Торт, и так торт получит. Самурай Джек или Чубака? Или Чубака, или Самурай Джек. И сейчас наш эксперт выберет, у кого же сегодня день рождения. Я скажу, я Тарзан. Тарзан. Я скажу, у Чубаки. Yes! У меня сегодня день рождения. Поздравляйте меня. Торт, бесплатный торт. Мне. Тебя, Чубака! Наконец-то можем мы... Ту-ту-ту-ту! С днем рождения, Чубака! Поздравляем тебя! Дарим бесплатный торт! Успешного тебе дня!